Йо-йо-йо, никому не нужный блог. Никому не нужный блог. Сегодня мы в фотостудии Art Place, что-то там, Севкабель. Будем в этих интерьерах фоткать или снимать на видео, пока еще непонятно. Платья свадебные. Сейчас приедут все ребята, девчата, будем их красить, ставить, делать какой-то стоп-моушен. Угу. Соты на софтбоксе великоваты, но что делать? Первое, что надо сделать по приезду в студию, завалиться на кроватку. Еще могу парочку взять? Нет. Точно? Ладно. Скоро начнется новый свадебный сезон. На Новый год все девочки получат свои заветные колечки. И мы опять рванем в бой и будем продавать самые красивые свадебные платья. Где? Саша, где? В Олете! Мастер кисти, это мастер кисти. Как дела? Едем. Ну, погнали. Ну, нормально, приехали. Мы единственное, порвались в первую брачную ночь. Говорю, в чем дело? Да представляете, мой муж место вашего я в туалет на 5 минут, говорит, в отеле. А когда сам там заперся и пересчитал все деньги, которые нам подарили без меня, он их пересчитал без меня. Мы так ржали до дней, что... Опа. Да. Ну как вам платье? Красивое. Очень, очень красивое. Посмотрите, какой разрез. Такие стоп-моушен. Ну, так вот я и снимаю, да. Короче, мы снимали, кайф, платье свадебное. Вообще, себе я захотел сразу 2 штуки. И все, короче, пока. Отдельный респект Денису Калинкину. Чувак, я у тебя много чего посмотрел. Просто всегда нравится, как ты работаешь. Спасибо. Это было круто.